Но здесь вопрос, конечно, хороший. Как понимать, какие блокировки стоят, и кто их поставил, для чего, да? Ну, для чего, это понятно, да? Кто поставил, наверное, тоже понятно. Вопрос, какие блокировки? Но блокировки ставятся очень много. Зомбирование идет через многие средства, но, допустим, обычно, вот, кто просит снять вот, блокировки от крещения, к примеру. Потому что при крещении действительно происходит блокировка. Обряд и так далее. Забавный случай был у меня в этом плане. Один человек написал, вот так и так, вот я понимаю, что крещение это нехорошо, но все остальные не понимают. И мне попросили сказать, что нужно, все равно будем крестить. Хочешь, не хочешь, все равно женишься, да, так, типа такого плана. И попросил, а можно сделать так, чтобы ну, формально прошло, но ничего не было, ну, последствий. Потом получаю письмо от этого человека. Вы знаете, говорит, интересная вещь произошла. Когда был обряд крещения, фотографировали сам обряд крещения. Но когда провели фотографии, ребенка на фотографии не было. Он не было видно. То есть защита от крещения взяла то, что ребенок на фотографии вообще не отразился. То есть его защитилось. Хотя все делалось как положено. О чем это говорит? Значит, не такой уж хороший. Почему если защита от крещения привела к тому, что ребенок стал невидимым на фотографии? Это факт же. Это же не то, что кто-то, вот я увидел, или как. Я, вот, честно говоря, когда читаю некоторые вещи, я всегда потрясаю, какая ситуация будет. Вот представьте ситуацию. Вот вы сейчас идете по улице, зашли в лес куда-то, или в горку куда-то заглянули, на горку так забрели, случайно, проходя мимо. И вдруг с вами загорелся куст и стал вам вещать истину. Как всем нужно жить, и что все остальные должны вам подчиняться и вам принести все богатства и рабами стать. Вот скажите, вот если пришли бы так сейчас, сегодня, с такой позиции, что бы сказали? Куда вас отправили бы сейчас? Но самое интересное для меня то, что большинство тех, кто отправляет вот таких клиентов в места клуб веселых находчивых, да, как называют, почему-то сами в это самое верят и себя туда не отправляют. Ну, это подумайте, почему. А блокировки нужно снимать. Некоторые блокировки последствия абортов снимаются, телегонии снимаю. Но опять-таки, как я предупреждал, что есть те женщины, которые поняли, что такое телегония, хотят избавиться от последствий этого явления, то это делать неважно. Если 10 раз будут приходить, а вот я типа, это как церковь говорит, самое главное христианство – это не грех. Ты можешь грешить хоть до умопомрачнения. Самое главное, если ты не покаялся. Вот если ты не покаялся, вот это грех. Значит, греши чем больше, приди, покайся. Ну, желательно при этом кое-что отстегни. Ну, без этого покаяния как-то не чувствуется. Господь Бог, кажется, не чувствует покаяния, пока вот у него не хватает денежек. Понимаете, да? Вот. И снова можно дальше делать то же самое и тому подобное. Так вот, даже если кто-то придет и скажет, ага, меня сняли все, теперь я могу на полную катушку развернуться опять. Потом приду опять, меня сюда опять снимут. И опять на полную катушку развернусь. И так, сколько мне угодно будет. Просто если кто-то такое будет думать, он вправе думать. Но я это убираю один раз. Неважно, сколько человек придет, приходит, потому что пока человек не знал что-то, пока ему мозги пудрили разной хиней по этому поводу, это его, ну, беда. Но если человек понимает и знает, что вот при этом происходит вот это, вот это, вот это, и продолжает делать, то я считаю, это не беда, уже вина. И уже он должен сам ее отрабатывать. Поэтому, когда вот говорю, что это не просто слова, есть кто-то действительно какой действует, как я сказал, один раз, потом через некоторое время опять приходит и снимется то, что я говорил,
Второй раз у того же самого человека ничего сниматься не будет. Только один раз шанс дается, потому что отрабатывать за вас то, что есть, значит, мне нужно переваривать все это, нейтрализовать это, мне не, можно только один раз, потому что человек когда был в неведении. А остальные сознательные действия, я считаю, и уже человек будет сам за это расплачиваться и сам от этого избавляться, если он захочет это сделать своими способами. Так, следующий вопрос –